От ямщика до первого поэта мы все поем уныло. Грустный вой, песнь русская. Пушкин, домик в Коломне. Так и наш романс русский, он в основном в миноре. Очень трудно сыскать романс мажорный, радостный, веселый, праздничный. Но есть такой романс. Есть такие романсы. Их всегда ждут. Они всегда являются в любую концертную программу ожидаемые, желанные. И появляются в полном блеске. И это гусарские романсы. Мы ждем от них легкости, мы ждем от них какого-то веселья безудержного, мы ждем, что появится красивый исполнитель, ведь в нашем представлении гусар – это красавец. Вот он, красавица мечта, вот он, сияющий невежда, России шаткая надежда, и блеск, и шум, и пустота. Это уже Петр Капнист так охарактеризовал гусаров. А Козьма Прутков говорил: хочешь быть красивым, поступай в гусары. Да, действительно, такой сложился уже образ гусара, что это обязательно подтянутый, стройный, высокий, ну... Красавец, одним словом. В общем-то, в этом есть элементы истории. Петр I, а следом за ним Анна Иоанновна, императрица, формировали вот эти полки гусарские, легкие такие, быстрые, которые врывались на поле боя, из приезжих людей. Это были представители южнославянской нации, это были сербы всякие, Деприрадовичи, Милорадовичи, Шевичи, Войновичи, это были македонцы, это были болгары, это были, конечно, венгры, потому что слово «гусар» оно венгерского происхождения, и в нем даже вот этот есть, знаете, щелканье, как в венгерском танце, щелканье вот шпорами в этом, что-то я, во всяком случае, чувствую. Поэтому, конечно, гусар породистый, красивый, ну, чаще черноусый, хотя был такой полк особенный, в котором были все синеглазые и блондины, так специально набирали. Гусарский костюм и правда очень красивый. Там много золота, там есть яркие такие краски, красные, конечно, там есть меховая опушка и вот эта венгерка. Опять же, венгры, венгерка – вот это главная часть гусарского костюма. Но в одном из любимых популярных гусарских романсов поется о траурной венгерке, то есть о черной венгерке. Что это и почему это? Такой полк был сформирован в Александрии, это город в Новороссии, в 1783 год. А в 1796 году Павел I дал приказ носить черную венгерку. Он был влюблен, вы же знаете, в немецкое военное дело, в императора Фридриха, и оттуда перенял вот эту черную раскраску гусарской формы. То есть появились черные гусары и траурная черная венгерка. Все равно красивая, все равно вся в золоте. Эта форма принадлежала гусарам 5-го Александрийского легкоконного полка. Этот полк особенный, он считался всегда и очень мобильным, и очень действенным, и девиз его был «победить или умереть». Это было здесь, вот тут вот на рукаве. И одним из шефов этого полка уже в последние годы его существования, в 1907 году, стала императрица Александра Федоровна. И она гордилась тем, что вот это «победить или умереть» является девизом полка, и называла его «бессмертный». Все эти слова, смотрите, и «траурная венгерка», и «бессмертный» – все это есть в тексте знаменитого гусарского романса. «А кто там в траурной венгерке?» Thank you.
без сюртука, в одном халате. В усадьбе князя Вяземского Петра Андреевича, это Астафьева усадьба, русский Парнас. Вяземские очень любили гостей, любили балы. Вот тут был плафон, сейчас он просто белый, а когда-то на нем были рисунки, и там были изображены гости, постоянные гости, родственники в Вяземских, в том числе в маскарадных костюмах, и это все украшало вот этот плафон. Там сидел, кстати, румынский оркестр. И балы были всегда веселые, такие радостные. И одним из гостей Вяземских часто бывал гусар, полковник, знаменитый Денис Давыдов. Кстати сказать, всем он соответствовал образу настоящего гусара, ну, кроме, наверное, роста и, в общем, лица, потому что курносый, некрасивый, ростиком вот такой вот маленький, но темперамент, вот эта радость жизни, гусарство настоящее, в нем было все. И Вяземский даже написал стихотворение, смотрите, как он его видел. «Давыдов, где ты? Что ты? Сроду таких проказ я не видал. Год канул вслед другому году. Тройного хмеля будь питомец, вина и песен, и любви. Или мудрец тяжеловесный свой стих веселый протрезви, протрезви. Водою нравственности пресной свой стих веселый протрезви, водою нравственности пресной. До этого мне дела нет. Рядись, как хочешь, на досуге. Но мне на голос дай ответ. Князь Вяземский». Вот это его стихи. Давыдов – это романтическая фигура. Его зачашные песни, так назывались, вот эти песни, полные веселья и вина, зачашные, они с 1803 года распространялись и переписывались во все тетрадки, какие только можно было переписать. И знаете, лирика давыдовская, она живая до сих пор. И сегодня на стихи Давыдова создаются романсы. Вот один из романсов Александра Журбина. Не пробуждай, не пробуждай моих безумств и ступлений, как мимолетных сновидений, не возвращай.
кому на чужбине лезть отчизны, изгнаннику земли родной. Не повторяй мне имя той, которой память смута жизни. Кому на чужбине лезть отчизны, изгнаннику земли родной. Не воскрешай, не воскрешай мои забвения и напасти. Дай отдохнуть тревогам страсти и ран земных не раздражай. Чем мой обманчивый покой. И нет, сорви покров головой, мне легче горя своего я. Чем ложная холоднокровие, чем мой обманчивый покой. Денис Давыдов, он романтизировал вот этот гусарский быт, вот эту историю праздника, веселья, безудержности. И вот эта лирика давыдовская и вот память о Давыдове не только как о поэте, но и как ярком госте породила такое явление в русском искусстве, которое называется гусарство. Вот это что, если, ну смотрите, значит, если страсть, вот романсы уже поются, если страсть, то безумно, я люблю вас так безумно, если любовь, то до гроба, если веселье, то безудержно, если петь и пить, так до дна, ну вот, я люблю вас так безумно. Так безумно вы открыли к счастью путь. Сон нарушен, безмятежен, бьется сердце, ноет грудь. Но зачем все так случилось? Вас зачем увидел я? Сердце бедное разбилось, погубили. Заветная мечта, чувства страсти пробудились, победила красота. Но не буду ждать я казни от моих волшебных грез. Я люблю вас без боязни, без искусства и без слез. Могли вы поступить, дать надежд мне много-много и все счастье вмиг разбить. Будьте счастливы с другим вы и живите с ним любя. Но когда-нибудь порою вспоминайте про меня. И живите с ним любя.
я люблю вас так безумно. Я любил вас. Кстати, Давыдов не александрийский гусар, он гусар ахтырского полка и носил красную венгерку. А вот гусар в черной венгерке появлялся здесь. И знаете, он кем был? Он был сыном постоянного обитателя этого дома, сыном Николая Михайловича Карамзина, знаменитого историка русского, создателя истории государства российского, Андрея Николаевича. Он был александрийским лейб-гусаром и носил черную венгерку. Знаете, кто еще был из таких вот очень известных людей александрийским лейб-гусаром? Николай Степанович Гумилев, например. Или Михаил Афанасьевич Булгаков. Он был полковым врачом в 5-м Александрийском гусарском полку. Из всех гусарских романсов, пожалуй, все-таки самый известный – это «А кто там в траурной венгерке?». И я думаю, что он не очень старый. Мне так кажется, что он, скорее всего, производство театральной сцены. Это какие-то водевили старинные, это какие-то театральные спектакли, и актеры передавали из уст в уста этот романс. Он менялся, там много разных вариантов текста. Мелькали строки этого романса в романах Крестовского, выходили на сцену и в ресторанах такие эстрадные певцы того времени. Например, Сеня Садовников. Он пел и на сцене этот романс, и записал даже на пластинку вот этого александрийского лейб-гусара. Да, романс гусарский поют. А что же сам Александрийский полк? Где он? Жив ли? Я очень рада, что Александрийский полк жив. Указом президента России Владимира Владимировича Путина от 24 октября 2018 года звание Александрийской дивизии было присвоено одной из наших современных дивизий за участие в миротворческой работе, в миротворческой большой деятельности. Так что жив и Александрийский полк, жив и романс, и живы, и действуют, и бодрствуют наши лауреаты-романсиады, военные исполнители. И «А кто там в траурной венгерке» звучит не только в гусарских костюмах, но и в костюмах современной российской армии. Вот Сергей Коновалов и Григорий Яковлев на сцене. «Ах, кто там в траурной венгерке, чей взор исполнен дивных чар? Я узнаю тебя, бессмертный Александрийский гусар. Без сюртука в одном халате, фуражка теплая на бате, чтоб не простыла голова. Летят на тройке полупьяных, я часто вспоминал. По щеке моей румяной слеза катится с пьяных глаз. Я пью из радости и скуки, забыв себя.
забыв весь свет. Беру бокал я смело в руки, пью горе есть, пью горе.